14 ноября в областном доме ветеранов наградили трудовые династии. На торжественное мероприятие, организованное Фондом развития Омской области имени Манякина, при поддержке регионального правительства, дружными семьями приехали жители из 12 районов Прииртышья. Среди них – аграрии, педагоги, врачи, спортсмены и многие другие. Все муниципальные районы активно участвовали. Мы сейчас подводим уже итоги. 30 династий Омской области, которые являются гордостью, примером для подражания. Сегодня мы их будем чествовать, благодарить, что они у нас есть, потому что это действительно уникальные династии. Многим династиям по 300, по 500 лет. И в эти династии такой огромный вклад внесли в развитие нашего региона. Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорианц вручил награды спортивным династиям. Сергей Бачурин вместе с сестрой, супругой и сыном приехал из Нововаршавского района. Три поколения в этой семье занимаются разными видами спорта. Бачурины не раз участвовали в семейных соревнованиях, побеждали и занимали призовые места. Сначала была легкая атлетика у меня. Я выезжал на областные соревнования также. Потом это перешло, мне больше хоккей понравился. И с лет 14 я полностью, значит, как себя посвятил в основном хоккею. Ну а детей, как всегда, с собой везде раз, и получается так, что я им привил любовь, что старшему, что вот среднему. И сейчас самый маленький у нас, он тоже все говорит, когда папа уже зима, быстрее надо идти на лед становиться уже все. Как бы вот такое привитие было. Старший служит, и все зачеты у него сейчас по спорту там. На службе у него все очень хорошие. Занимаюсь хоккеем, как бы, на коньке осталось с лет 9. Как бы хоккей, чуть больше мне нравится, как бы, футбол. Больше играю в футбол. Участвовал, как бы, на велогонке ездили, там, 2 года, вот, мы выезжали сюда, в Омск, выигрывали себя в районе. Горда, наверное, за своего супруга, за своих детей. Ну и за себя, наверное, частичку. Так, ну, праздник, конечно, у нас будет, мы обязательно сегодня попьем чай с тортом. От династии Таран на награждение из Нижнеомского района приехала Инна Васильевна. Династия началась с моего отца, Тарана Василия Алексеевича. Ему сейчас 71 год. И вот вообще, как сказалось, что с 8 лет он занимается спортом. Он и сейчас это не бросает. Он занимается видами спорта. Это конный спорт. Теперь уже вот мы дети, это брат. Таран Виталий Васильевич и Таран Инна Васильевна, которые перворазрядники по легкой атлетике, спринт у обоих, ну, наши дети, то есть мой сын плаванием занимается, племянница занимается бальными танцами. Ну, хотим дальше продолжать. Что у них получится, не знаем, надеемся, что их дети будут также продолжать. Стоит отметить, что в рамках регионального проекта «Моя трудовая династия» спортивные семьи наградили впервые. В Министерстве спорта Омской области также высоко ценят тех, кто ведет здоровый образ жизни и передает спортивные традиции из поколения в поколение. Фонд Манякина принимает участие в выборе династий, профессиональных династий. И что именно наша отрасль попадает тоже в это мероприятие. Ну, наверное, это действительно очень правильно, очень хорошо, потому что люди и занимаются спортом, да, пропагандируют его и являются профессионалами. Конечно, у нас спортивных династий действительно очень много. Это, я думаю, мы вот какой-то такой блок подготовим в рамках наших юбилейных спартакиад, который будет в 2020 году, именно династии, которые участвовали во многих вот из наших 100 праздников, которые прошли за эти 50 лет, праздник Севера и Королевы спорта, а таких действительно очень много династий.